Во Владивостоке по заказу мэрии больше 30 адресов комплексно отремонтировали в этом году. Жители улиц Пирогова, Чайковского и Полетаева уже оценили новые дороги. Стояли гаражи, школа так и была. Все. Ну а сейчас сделали тротуарчик, прямо ходить спокойно можно. Раньше не было, сейчас есть. Все нормально, отлично. Отметим, на Пирогова ремонт проводился в районе дома номер 7, на Чайковского – в районе дома номер 2, а на Полетаева делали дорогу, ведущую к остановке общественного транспорта «Дом ветеранов». Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.